В Колумбии снизилось на 25% количество растений коки. По данным Департамента ООН по наркотикам, количество земельных участков, засаженных кустами коки, сырья для производства кокаина уменьшилось на четверть в период между 2011 и 2012 годами и сейчас находится на самом низком уровне за десятилетия. В то же время специалисты отмечают, что производство самого кокаина упало лишь на 10%, что может свидетельствовать о большей эффективности разработки земель. В любом случае, колумбийские власти приписывают заслуги по борьбе с кокой себе. Среди мер борьбы и физическое уничтожение плантаций, и больший контроль трафика уже готового кокаина. Впрочем, аналитики отмечают, что, возможно, среди преступных группировок появились новые средства дохода.